Політика – мистецтво створювати факти. Ти жартома підпорядковувати собі події людей. Вигада – її мета. Інтрига – засіб. Перемогти її може тільки порядність. Добрый вечер, уважаемые телезрители, в эфире программа «В деталях», и с вами в студии Андрей Острев и Игорь Пох. Добрый вечер. Сегодня мы поговорим еще об одном интересном моменте, который коснулся каждого. Все мы помним истории с проведениями конкурсов. И об одном из таких конкурсов мы сегодня поговорим, а именно о конкурсе на должность КП «Дорога». Что это за КП? Ну, наверное, многие не знают. И, собственно говоря, как проходил конкурс и что это за конкурс, давайте мы узнаем у одного из участников этого конкурса, Ярослава Захаренко. Добрый вечер, Ярослав. Добрый вечер. Ярослав, ну давайте так, давайте начнем вот с чего. Конкурс. Да? Отзвучали скандалы по поводу там, каких-то неправильных конкурсов, о том, как они проходили. Вот что, ваше впечатление, вы первый раз участвовали, насколько я знаю, в конкурсе на госслужбу практически. Как проходил конкурс? Какие есть недостатки, плюсы, минусы? Как вы считаете, как участник? Как участник могу сказать, что все, кто хочет, может принимать участие. Если кому-то может эта форма не нравится, форма отбора, потому что на сегодняшний день это еще может быть кому-то оказаться формальностью, кому-то оказаться основным инструментом. Но постепенно... По моему мнению, внедрение такой культуры, она впоследствии даст результаты не формирования команды, как вот ранее у нас исторически было, а все равно культура, конкурсная культура отбора исполнителей, она постепенно приживется и даст свои результаты. Мы знаем, что всегда у нас идет первый блин комом, да? Вот первые конкурсы, которые имеют претензии, они наверняка имели не тот результат, который хотели видеть люди. А сейчас очень много информации негатива по поводу конкурсов на держсекретарей, также люди недовольны. Однако мы понимаем, что может быть еще заказчики не те. Так, по моему конкурсу, в котором я участвовал, это было... скажем так, публично, на каждом из встреч были представители СМИ, которые могли задавать вопросы, руководство города задавало вопросы, сравнивало, анализировало. То есть тут ранее, я не знаю, были ли при отборе назначения руководителей сравнены, а что они предлагают, что изменить, как развивать, как двигаться, какое их видение. Вот в первую очередь было, это когда у нас была группа, мы на контраргументе общались с первой волной конкурсов на коммунальные предприятия. Вот тогда уже появился, по крайней мере, появляется интерес у людей, и люди начинают понимать, как, в чем разница между вот тремя людьми. Не только их биография как служащих, но и то, что они предлагают, какое их видение. Люди могут сказать: о, мне нравится вот этот вариант, я согласен, чтобы так было. Или они понимают, что тот человек, который прошел, что он будет сейчас делать и от чего нужно защищаться, потому что разные у нас ситуации есть. А это больше вовлечение людей в процесс принятия управленческих решений. То есть люди видят, этот процесс становится публичным, а это несет неизгладимо так или иначе последствия. Хорошо, скажите, еще такой один вопрос. Как вы считаете, вот это вот введение этих конкурсов приведет к тому, что все-таки управлять, ну, в данном случае коммунальными предприятиями будут профессионалы, ну, профессиональные люди? Или все-таки это не скажется на уровень профессионализма управленческого персонала? Уровень профессионализма в мире обычно проводят на основе собеседований, и плюс есть такие понятия, как... сертификаты. Ну, мир почему-то пришел к этому, а не других каким-то формам там экзамена или еще что-то. Почему? Потому что, ну вот, допустим, тот же Google, он перестал больше у своих кадров спрашивать уровень образования. То есть им не важно, учился ты, не учился. Если у тебя есть сертификаты, если у тебя есть портфолио выполненных работ, все, и им этого достаточно для того, чтобы принять решение, нужен нам этот человек или подходит, не подходит.
Поэтому тут, я думаю, так же само сертификаты, как и во всем мире, если мы движемся в эту сторону, я думаю, критерии оценки, так сказать, HR, наши, да, human resource, они будут также двигаться в сторону европейских, мировых. И, в принципе, вопрос, как бы это сказать, качества специалиста, его профессиональности уходит на второй план. Потому что для этого будут другие системы, как-то сертификаты или уже выполненные объекты, работы разные. Останется только процесс собеседования для проверки, подходит этот человек этой команде и его видение. Хорошо, давайте поговорим о самом КП, о КП-дороге. Ну вот, Игорю слово передам по поводу КП-дороги. Да, ну, прежде всего я хочу еще дополнить вопрос Андрея по поводу, ну вот, собственно, степени профессионализма или нет, на чем это основывается. То есть, исходя из вот вашего объяснения по поводу конкурсов, да, возникает ощущение, что это конкурсы идей скорее, да, вот чья идея победит, да, а воплощение этих идей. А вот тут уже как раз подходит, да, вопрос о профессионализме исполнителя. А готов ли человек, который... Готов ли человек, потому что идея может быть самая красивая, фантастическая, да, а вот ее реализация, она может споткнуться о некие наши камни подводные и надводные, о которых спотыкаются, в общем-то, очень, очень многие, даже такие весьма просветленные люди. Да? Ну, это такая ремарка, вопрос, не знаю. Давайте вот... По какому поводу поговорим? Давайте вы расскажите нам вообще, что такое КП-дороги в двух словах, ну, чтобы наши зрители понимали вообще, что да. Это был за конкурс, что это за коммунальное предприятие, потому что оно у меня тоже на слуху выпрыгнуло совсем недавно после проведения конкурса. До этого я не слышал о нем. Я думаю, мало людей слышало про это предприятие. Они видели иногда работу этого предприятия. Возможно, вы видели маленькие тракторцы, которые бегали по Советской еще, по площади, вот убирая снег. Пару лет назад, это как раз их техника была, вот малая техника, так называемая. А до этого действительно мы про него не слышали, слышали только те, кто непосредственно работал, это на тот момент Ленинская райадминистрация, сейчас Ингульская. И фактически у нас под каждой райадминистрацией было свое коммунальное предприятие, которое обеспечивало... обслуживала эту райадминистрацию по ее функционалу. То есть функционал райадминистрации – это благоустрой, это ликвидация стихийных свалок, там где-то ремонт каких-то конструкций, работа с МАФами, там может быть вывезение или расстановка, это мелкий ремонт дорог, это, ну, собственно, весь перечень спектр, который входил, вот там уборка веток, листьев, возможно, ручная уборка тротуаров. Вот сейчас, скажем так, у нас есть предприятие, главное предприятие, которому на балансе находятся все дороги, это ЭЛУ, эксплуатационно-линейное управление автодорог. Все дороги городские, они как бы, это собственность этого предприятия. Дорога в этом случае не является балансодержателем чего-либо, оно является, ну, как обычное предприятие, которое в состоянии строить, ремонтировать или выполнять подрядные функции там, по уборке снега, по ремонту каких-то конструкций, по уборке, скажем, парков, свалок и так далее. То есть на общих основаниях принимающее участие, только единственная форма собственности – это коммуна. Ну, да. Коммуна. Оно само на себя зарабатывает, то есть в этом плане город не кормит предприятие, потому что оно живет с того, что само себе заработало. Это не коммунальная установка, это коммунальное предприятие. Хорошо. А каким образом оно может, ну вот для меня немножко непонятно, вот может проясниться, каким образом коммунальное предприятие «Дорога» может само себе заработать, ну, например, убирая парк, который входит в городскую собственность? А городская собственность... То есть это из бюджета платится, да? Бюджет платит или частнику за эту работу, угу. Или либо коммунальному предприятию.
Все понятно, окей. Командное предприятие может заработать не только на город, оно может выполнять для частников, для юридических лиц заказ и зарабатывать понятно, деньги там. Ясненько. Я, ну, раз вы упомянули просто парки, у меня в голове крутится, я там иногда прохожу через парк возле завода 61 коммунара, который вечно в каком-то мусоре, вечно плохо убран, там ни скамеек нет, там какой-то котлован полуоткрытый, ну, в общем, черти что. Вот, поэтому, как бы, я вот, возник такой закономерный вопрос, на чем оно зарабатывает, если там так грязно. Вот. Не платят, да. Почему не платят? Ну, это уже третья, наверное, тема. Другая тема совершенно, вернее. Вот скажите мне, пожалуйста, Ярослав, вот, возможно, вы, ну, участвуя в конкурсе, вы же, наверное, глубоко в теме, да? Ну, попытались, во всяком случае, глубоко в тему вникнуть. Улица Потемкинская, о капитальном ремонте которой давно очень говорится, все это муссируется и в средствах массовой информации, и так далее, о том, что там все разбито, проехать невозможно, что ее нужно ремонтировать, и вроде бы, вот, согласно последним данным департамента ЖКХ, уже есть договоренность с государством. Нет, договоренности нет, там такая история, они разработали проект и просят сейчас Кабмин на условиях софинансирования вот, выделить деньги. Да, ну, я не так выразился. То есть некий проект по софинансированию вот этого капитального ремонта, потому что это очень дорого стоит, там по порядка 100 миллионов, да, если я не ошибаюсь. Вроде бы да. Вот. Вот скажите мне, пожалуйста, если все-таки этот проект будет утвержден Кабмином, поддержан Кабмином, да, будут выделены какие-то средства на софинансирование, часть из горбюджета, часть из госбюджета, вот КП «Дорога» сможет выполнить ремонт достаточно сложный, вот улицы Потемкинской. Либо все-таки будут привлекать кого-то извне? Наверняка будут привлекать извне, потому что на сегодняшний день оборудования, мощностей, необходимых для проведения такого ремонта, у предприятия нет. Оно может быть на субподряде, выполнять какой-то вид работ из этих. Но вот взять всю улицу и полностью сделать, а там это ремонт рельсошпальной ветки, там сложная укладка этой бруковки на бесшумной технологии, основании. Там, нет, это слишком, то есть это специализированный... Но частично сможет участвовать, частично, да? Ну, выкапывать камни, выводить сможет. Врезаться в подряды и выполнять их, да, конечно, почему нет? Ну да? вот считайте, что уже крупный подряд уже в КП «Дорога» будет, я так думаю. Дай бы Бог, чтобы Кабмин нам утвердил софинансирование, потому что перекрывать нам, собственно, нечем, чтобы Кабмин заметил, не хрещатик же. Кстати, мне удивительно, почему столько информации, столько шума про именно Потемкинскую улицу, а не какие-то другие. Почему? Потому что она никогда у нас не была транспортной жилой. Она никогда не была вот тем рукавом, который бы спасал или разгружал проспект. Там не ездили машины, даже когда она была в нормальном состоянии. Это у нас Чкалово, это у нас Чигрина. То есть я бы, допустим, как хозяин, наверное, туда бы кинул больше денег. Хотя, наверное, Потемкинская – это центр города, где хотят иметь красивую, хорошую дорогу. И вряд ли она, наверное, должна быть в асфальте. Она, скорее всего, должна быть бруковочкой красивой. Ну, знаете, как я вам скажу, если уже на то пошло, отвечает на этот вопрос примерно так. Потому что действительно это центр, это и хорошие подъезды приведут к развитию этой улицы с позиции бизнеса. Начнут там расти, появляться магазины, там какие-то бизнес-центры. Во-первых, ну там недвижимость вырастет в цене и так далее. То есть это, скажем так, ну вот в центре города улица, которая ничего сейчас не стоит из-за того, что, ну, вот подъездные пути такие. То есть это невозможно и привезти там, грубо говоря, товары, и клиент не приедет. Это капитализация города. Да, это капитализация города, абсолютно верно. Это, соответственно, приведет к дополнительному получению, ну, налогов там, в местные бюджеты. Это, ну, вот, это так объясняет. Разные вообще идеи по поводу вот этого ремонта ходят. Ну, там, я вам могу сказать, вот если, исходя из опыта, например, соседней Одессы, там была такая, там есть улица Потемкинская, да, вот она была разбита, примерно такое же состояние было, как и у Преображенская улица, как и у Потемкинской. И, собственно говоря, да, по ней ездили машины, но это были ямы по коленам, резины вечно резали, ну, это была ужасная улица. Ее сделали капитально, вот сделали этой вот брусчаткой новой такой услали, то есть машины не чувствуют того, что там есть рельсы.
И улица получила второе дыхание. Действительно, она тут же нагрузилась транспортным потоком, и то есть все как бы было очень, очень даже очень хорошо, плюс разгрузила очень пробки. Потому что, ну, здесь, когда там по этой улице больше 20 километров раньше было ездить нельзя, а потом просто она стала, ну, в нормальном ритме, да, в нормальном ритме ездить. Вернемся к КП-дороге. Угу. Вы с какой-то идеей приходили на проект, да. Да? Какая это идея? Моя основная идея, я хочу, почему я, собственно, обратился к этому предприятию, я хочу, чтобы в городе появился подрядчик, как это говорится, спроможный подрядчик, который бы мог выполнять качественный ремонт дороги. Причем на уровне, достаточном уровне, чтобы это было, первое, с одной стороны, экономии денег для городского бюджета, потому что текущие ремонты, меня всегда волновал такой вопрос, почему у нас гарантия на текущий ремонт 1 год. Я понимаю, что есть ТДБН, ТУ и другие вещи, но ведь никто не запрещает на договорных основах брать на больший период. Подрядчики говорят, когда нас выталкивают в сторону больших гарантий сроков, мы понимаем, что если мы сделаем тяп-ляп, оно вылетит, нам придется его переделать. Поэтому сразу, понимая срок гарантии, они вкладывают определенные или качество, или тип технологий, который позволит вылежать сделанной работе в тот необходимый период гарантийный. Увеличивая сроки гарантии, мы получим выше рентабельность вложений денег на ремонты дорог. Это, с одной стороны, экономит деньги, а с другой, дает возможность сэкономленные направить на новые направления, где у нас еще плохо все, и там улучшать. В конце концов, хочу, чтобы беда дороги ушла из нашего города и, ну, желательно области, как одних из самых плохих в Украине. И остались одни дураки, да? Ладно, на это я не влияю. Вы хотите стать монополистом в ремонте дорог? Я хочу стать одним из подрядчиков. У нас на сегодняшний день есть 2 серьезных подрядчика. Это Николаев Автодор, это Дорлидер, который работает по городу. Все остальные подрядчики по качеству находятся ниже. Дорога, КП-дорога может сейчас ремонтировать, но это качество не то, о котором я говорю. ЭЛУ тоже может делать, но там также проблемы пока, потому что у них нет необходимых мощностей. Как... За счет чего вы хотите нарастить, если их сейчас нет? Есть разные варианты. Это инвестиции из городского бюджета. Если бюджет не хочет, возможен кредит. То есть это оборудование, которое имеет свойство окупаться, потому что оно работает, зарабатывая деньги, оно окупается. Это может быть кредит, это может быть лизинг, это в конце концов можно уже из такой ситуации, чтобы не развивать, допустим, и ЭЛУ, и КП-дорогу, объединить их в один, в больше, покрупнее будет предприятие, которое иметь будет совместную базу, плюс оно сможет как бы привлечь финансы на свое развитие, это раз, а второй уже может быть, если вот совсем никакого выхода абсолютно, это как самый фантастический вариант, сделать акционерное товариство, то есть ПАД, с долей остается властности у города та, которая есть, и плюс на дополнительную часть, продавая акции, получаем деньги на инвестиции в это само предприятие. Можно вопрос тогда вот по поводу объединения? Вы не боитесь, что это получится советский облавтодор, где и держатель дорог был один, и исполнитель был тот же, этот одно и то же лицо, и сами у себя принимали работы? Сейчас у нас заказчик, у нас ЭЛУ это формально баланс содержит. Баланс утримочек. У нас заказчик дорог это 2. Это или департамент ЖКХ, или райадминистрации. Они заказывают, они платят, они принимают работу. Не ЭЛУ. Даже ЭЛУ, там, где он выполняет работы, у него их принимают. То есть он не сам у себя принимает, как в Советском Союзе. Если брать облавтодоры, ну, давайте посмотрим. Те же самые законы, та же самая страна. Есть облавтодор в Херсоне, облавтодор в Николаеве. Давайте их сравним. Это небо и земля. То есть там есть техника, там все спроможно. Значит, это говорит о том, что в одних и тех же условиях можно вести деятельность по-разному. Ну да, мы слышали много скандалов вокруг САДа, облавтодора в последнее время. Ну, давайте вернемся все-таки к городу. Вот сейчас с ЭЛУ совсем было непонятно. То есть есть, грубо говоря, предприятие коммунальное, которому принадлежат дороги. Да, они у него на балансе, да.
И кто-то эти дороги поремонтировал, кто-то другой принял эти акты, а балансодержатель что, получается... Ему их отдают вот в таком состоянии, он их... Он же тоже должен их как-то принимать. Такая система очень такая интересная. Это особенности национальной политики нашего города. Так получилось, что... Может быть, с этого начать, с изменений, потому что это как-то выглядит как-то вот, это то есть, вот если на нас троих, да, вот это получается, например, Игорь обидится. Игорь отвечает за дом, а вы заказываете, я делаю. Я отвечаю за этот столик. Вы между собой договорились, столик покрасили и говорят, все, это теперь твое. А я ни сном, ни духом, что вы там с ним делали? Почему так вообще? Краска, да? Во-первых, а как он там покрашен? Хорошо ли, плохо? А на меня повесили, что столик покрашен. Он облупился через год. И мне говорят, слушай, ты же балансодержатель. Делай теперь что-то с ним. Ты неправильно держал баланс. Когда вы едете по дороге, влетаете в яму, разбиваете себе колесо, машину, подаете в суд. На ИЛУ? На ИЛУ. А заказывал ремонт департамент, а выполнял подрядчик. Айлу, это я при чем? Айлу платит деньги, да, ответчикам судей. Понятно. То есть Айлу у нас существует для того, чтобы автолюбителям пострадавшим платить деньги, а Айлу финансируется из... Как финансируется? Оно тоже предприятие. Если оно испытывает финансовые трудности, его может его властник, городской бюджет, финансировать, да. ЭЛУ, конечно, выполняет много работ, и основные – это содержание улиц, потому что ремонт – это ремонт, а есть еще такое понятие, как содержание дорог. Это мелкий аварийный ремонт. По сути, самое главное, что я хотел сказать, я думаю, что через несколько лет мы могли бы попробовать предложить городу, наконец, новый тип взаимоотношений с дорогами. А городу не нужен покупать капитальный ремонт, городу не нужно покупать там щебень, битум или еще так. Им все равно, что там в дороге, да хоть пластмасса. Городу нужны качественные ровные дороги, по которым будет ездить транспорт. Частный, городской и так далее. Нужна проезжаемость. Поэтому, может быть, в будущем мы смогли бы перейти к отношениям как так называемого сервиса. Вот город покупает сервис на дороге от сих до сих. Что неровные. Что они ровные, то есть город покупает вот такой звук, да, от резины, она едет, не колдобины там, и отсутствие воды. То есть прописывается качество, показатели качества, а подрядчик за определенную сумму выставляет, сколько я за какие деньги готов это обеспечить, и переходим на такие отношения. А тогда уже подрядчик сам думает, нужен капитальный ремонт, текущий, какие технологии, что закладывать, это уже дело исполнителя, городу нужен хорошие дороги. Да, но город ведь интересная должен... идея. Идея замечательная на самом деле, хоть и звучит немножко фантастически в наших условиях, но тем не менее очень, очень красивая, мне нравится. Я поклонник сумасшедших идей, красивых, правда. Есть такое реализовано где-то, да, если память не изменяет? Есть в Канаде, по-моему, где-то. Но не в Украине пока. Нет, в Украине нет такого. Мы будем первыми, я уверен. Правда. Хорошо, город покупает... Вот то, что вы сказали. Но ведь кто-то все равно должен понимать, что он покупает. Он же, звука так красиво, это да. Кто-то должен понимать. Должны быть просто технические требования к дороге и все. Прописываются, да. Качественные показатели. Что вам нужно? Хорошо, давайте так. Город первый раз купил вот этот звук. Да? Угу. То есть качественную технологию, которую ему показывают. Вот смотрите, красивая дорога, ровная, как стекло. В хорошем смысле. Вот все документы, сертификаты и так далее. Город покупает на год, например, да? А через 8 месяцев эта дорога начинает разрушаться. Что дальше? В договоре должны быть... Гарантийный ремонт. Не гарантийный ремонт. Падение качества и, соответственно, санкции за несоответствие качества договорным. Хорошо. Дальше что? Подрядчик... То есть город начинает искать другого подрядчика. Нет. Обычно такие договора заключаются на 10 лет, на 15 лет. И потом, подрядчик сделал, он знает, что мне 15 лет надо, чтобы простояла дорога. Он туда бухнул, хорошие деньги инвестировал, он сделал качество, он за ним следит. Я прошу прощения, а сможет город, в лице городской власти, объяснить людям, горожанам, да, почему он хочет купить... скажем, не за условных 100 тысяч гривен, очень условных, да, а за миллион. Сможет или нет?
Нужно общаться. Это была идея моего видения не в этом году, в будущем. Нет, 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 к чему идти? То есть я вижу цель тут. Потому что люди-то у нас разные. Люди скажут, ну зачем же нам тратить миллион, когда можно потратить, ну пусть не 100, пусть 200 тысяч. Знаете, как, да? Когда вот мы через пол... А остальные, у нас крыши текут, у нас еще что-то, у нас люки, у нас там... Ну и так далее, как все у нас, как всегда. У нас, если мы будем слушать таких людей, которые говорят, давайте платить 100, а не 200, сколько она стоит, это будет выглядеть, как когда мы вот полгода разбирались в теме дорог, и через полгода мы пришли к выводу такой, что мы делаем вид, что мы за них платим, а они делают вид, что они их строят. Что они существуют вообще. Давайте на этой ноте и поставим точку в нашей программе, потому что наше время подошло к концу. Спасибо большое, Ярослав. Я думаю, для наших зрителей мы сегодня, ну, приоткрыли завесу. Ну, для меня, по крайней мере, вот, собственно говоря, вот это предприятие, ее существование было тайной. И, думаю, для многих горожан сегодня мы услышали очень интересный, ну, по моему мнению, и Игорь, наверное, со мной согласится, что это действительно очень интересное видение развития взаимоотношения с дорогами, потому что дороги у нас камень преткновения, это, возможно, где-то передалось нам из соседнего государства, там вообще это катастрофа. И вот мы, наверное, будем все-таки набираться с другой стороны возможности ездить по нормальным дорогам, по которым ездит сегодня вся Европа. Спасибо, что были с нами. С вами были Андрей Острев и Игорь Пох. Это программа «В деталях». До встречи через неделю.